То есть гамбитам нужно запотеть и постараться победить. Ну, взяли Свена. Свеном можно постараться. Начинаем. Первая карта. Всем приятного просмотра. Кстати говоря, если Субет подойдет, тоснет его, могут забрать. Ой, куда пошел Айн? Ой, Айн пошел, у нас, похоже, умирает и цепляет его Субет вместе с коллапсом. Начинает на него наплевывать. В итоге Айн тут должен без шансов отправляться в таверну. Вышел, конечно, к Сане постараться как-то помочь, но не помогло. Так, Айн в смоках, выходит один. Сейчас попытка будет напасть на коллапса. Ну, в принципе, можно пробовать. Ну что, пошел контакт. Айн стоит, ждет чего-то. Таких Ливинг Грейс. Почему не с Purification'а прям... Что это было сейчас? А что это сейчас? Почему он не дал Purification? Вплотную, когда стоял к Сане. У него 2 уровня Purification. В итоге выходит Субэд. И что это вообще такое? Что это было, гамбиты? Ну это жесткая ошибка, сейчас могут еще и Ксаник, кстати, убить. Там урна, и он умрет. Что делают гамбиты? Гамбиты, вы что? Что это вообще было? Ну знаешь, что катапульта и долончики, в принципе, можно. Хотя вот репорт, смотри, вампир может выходить двух героев. Сразу, ой, какая реакция, какой Сайленс, божечки ты мой. А какой дринкоу рассыпается, вампир, блухол будут дать не светить, ни, вообще без шансов. Торонто пытается жить, Торонто вроде бы выживает. Там что у нас, Тосик, туда я тара вперед, полетел он за бабусей, но бабусю здесь не цепануть. Телепорт делает вампир с Блэхолом, он очень его хочет дать. В итоге пролетает, получает атос. Вампир, вампир больно, забегает Субэд со спины. Сейчас будет такая шикарная гречка, хорошо. И вампира туда, под... А, нет, не туда. В итоге забирает Субэда. Немножко не получается, но здесь приходит два кора команды. Йелл Субмарин забирает и вампира, и Лоринофа. И можно еще и Айна будет добрать. Здесь погоня до конца. Айн пытается уйти, пятюню пацаны друг другу дают, но и забирает Айна 7-4 и уже 3000 преимущества за командой Yellow Submarine. Слышу, Штормецкий полетел, врывается в коллапс, подходит сюда к Сане, в итоге получает Сайленс, Шторм, Дринков, шикарный вампир, под Сайленсом находится Guardian Engine, ну вот, уже что-то более-менее, Midnight Impulse постелили, вампир Блухол пока давать не хочет, но, возможно, даст его, в итоге забирает у нас Сваринофа, забирает коллапс, размен 1-1, к Сане под ГДСом бегает, он рассыпается, Тейс Бласта, и я торбил его, в итоге вампир Блухол очень некачественный, минус вампир будет, это минус 3, хотя в размен на 2 уже что-то, вот, знаешь, более-менее получается у гамбитов, начинает. А Торонто сейчас должен увидеть всех, кого нужно. Ему в итоге Дринкоу почему-то не ставится. Сайлент врывается, попадает очень быстро на Штормецкого. Дринкоу пошел, га, прожимается. Вроде бы в Вейсбласт, Шторм не попадает. Там напрягают у нас, очень серьезно напрягают и забирают Ксане. Очень хорошее убийство получается. Нажимают у нас гамбиты сразу смоки. И возможно получится как-то контратаковать адекватно. Тут Пак врывается, нападает на Айна. Айн... Пятая смерть для него, подставляется также у нас и Мелис. Ну и еще одно убийство качественное. Опа, Субэд, здорово. Гречка, Тосик. А вайперочек, можно туда будет нейротоксин постелить. Субэд, кстати, убьют, по идее, за это. Торон только врывается, нет, Субэд, Субэд умирает. Все-таки получается, есть бласт не по таймингам немножко. Но там уже Варинов у нас находится под фонтаном своим. Далеко пошла субмарина. А, бывает такое, Торон Токи пытается отступить. Shift, блинк, секундочка. Готов, арба есть, если что будет. Сейчас еще... Боже, Ванси, давай. Хорош, инфестик выживает у нас, Токи Торон там. А, спитильборди... Что происходит, гамбиты? Как же им не везет, боже ты мой. Минус Ксане, забирает Ксане. Сколько ошибок уже допустили гамбиты сегодня? Ну, в итоге Рожан падает, там врывается, нашли опять Айна, Айн подставляет, Субэд, сейчас даст проказ, нет, приходит на помощь Варинов, Дринкоу неудачный, кстати, вампир Блухола нет, у него 100 секунд, до него недавно он ему давал, и в глаз полетел, ни в кого не попадает, на импульс, на дистанцию, ну, вроде скушали у нас Субэда, но дело в том, что там Ятара поднимает себе Аегис, это очень плохо, Торон Токио не увидел у нас Шторма. Не заметил, но драться хочет. Там, смотри, иллюзия, в иллюзии Найк сидит, настоящий Найк, ну, вот это любопытно очень. Пытаясь развести на что-нибудь, немножко не получилось, но вообще задумка была крутая. Ятара начинает пытаться сжать Ксане, но там Guardian Angel работает. Ксане под ГДСом работает по коллапсу, коллапс. Коллапс пока что вроде бы живет и прилетает сюда в арену. Ну, так, ну неплохо. Ну неплохо, слушай. Минус 2 гамбита уже, что-то интересное получается. Ну что, Субмарина выходит у нас. Айна увидели опять. Айн, бедный Айн, жалко его. Ну, конечно, это не флай 0.20, там 0.19, но тоже можно. Айна цепанули, Айна забирают здесь. Тут ему не спастись никак. В КД все скиллы находятся. Полетел сюда у нас Пак в итоге.
Торонто Токио прилетает. Увидел. Дримкол ставится. Айсбласт. Тут даже Сайлен сдал, конечно, шторм. Но Айсбласт все меняет кардинально. Тут в итоге Ветран нужно было, наверное, на себя Торонто нажимать. Но ничего страшного. Забирает Ларинов. А минус шторм. Еще одно качественное убийство получается организовать. Субэт Миду у нас находится. Так, сейчас увидели. Подожди, мы лицо увидели. Пак начнет его гнать. Или кто кого. Там с собой подходит. Здорово. Телепорт сбивает. Мелис отцепляет. Начинает его здесь разминать. Ну и вся команда. Тут уже шансы спастись нету абсолютно. Пошли, смотри. Врываются. Айна увидели. Айна забрали. Иди. Ну что, Торонто. Врыв. Неудачный. В итоге вылупляется у нас Ятара обратно. Прилетает сюда к Сане. У него есть и ГДС, есть и БКБ. В итоге пытается Торонто забрать. Прожимает Ветра. Бедный импульс. Успеет ли что-нибудь сделать? Шифт хороший. Гречка тут полетел. Торонто дает Дринко. Получит опять сало. И его должны будет здесь убить. Но он вроде бы импакт свой выдал. Неплохой. Совсем неплохой глухол от вампира. В итоге живые. Пока что его субмарин. Там у нас Ятара с Ксани дерется. И выгрызает он его. Тут что? Тут коллапс. Фокус коллапс. Инфест есть, инфест нету. Нечем спасти у нас Вайпера, но слишком серьезный перефарм уже. И Ятара вырезает там под шумок всех. Это размен у нас получается 4 в 2. Поучаствовал почти во всех киллах своей команды. Прекрасно. Пак, конечно, это карта. Здесь что у нас? Ну, тут без шансов для Ксани. Рассыпается он. БКБ-то у него было. Но был ли смысл ужать его? Я думаю, что, скорее всего, нет. Лучше оставить. Вампир отсюда отступает у нас. Но Ветра ему можно или Атосика вот спануть. Куда ему ходит? А что он делает? Он бессмертный, походу. Ну, хорош, Айн. На что он надеялся? Не, гамбиты поплыли. Гамбиты поплыли, здесь видно, уже плывут. Может, это исправится. Торнобой пошли у нас. Врывается на боте. Ларинов остается без маны абсолютно. Ларинов... Ну, что сказать, ну, понимаете, все. Минус Ларинов здесь. Да, вырезают его. Дальше можно идти за Мелисом. И Мелис также цепанули. Гречка пошла. Ну, телепорт сбили. Вот субмарина, вот... Опять же, я как бабка старая нужу, но видно, что субмарина находится 100% не в своем дивизионе. Им нужно в первом играть. Во втором они не чувствуют никого. Хотя, с другой стороны, возможно, все исправится непосредственно в плей-оффе уже. Все будет по-другому. Может быть. Так, там на сторону побежал, увидел Ксаня. Ксаня Дринкоил ставится. В итоге, как же быстро падает Свен. Но Найк слишком сильно переформировал его. А пока что смокак стоит Сэм. Не палец, пацаны. Торонто уже наготовим. Там байт Ятара, у него есть сырость, что он может себе позволить. Ксаня. Как же быстро сыпется Ксаня. Мелис спас. Куда ж ты плюешься? Ну хотя драться. Гамбиты полетели. У нас врыв. В итоге Субэда, кстати, может убить. Да, забирают Субэда. Неплохо залетает. Шторм точно не туда. Вампир Блэк Холл. Попадает только в одного Торонто. Торонто у нас без Заигиса умирает. Торонто. Минус 2 сделали гамбит. Ну неплохо, но Ятара. Ятара живее всех живых. Дин дерется, идет просто на всех. Этот Ятара сейчас может просто карту закончить. Один соло здесь. Ну вот, разворачивается Ятара. На Ларинов после байбека врывается. В итоге Ларинов тумана есть. Ну, живет Ларинов. Там убивает у нас Ксани. Это сделал коллапс под шумок. Ну, GG, да. Сдаются гамбиты. Там сейчас у нас пошли килы. Мелиса добивают еще. И Айна можно тоже добрать сердца. Но GG, ребят, ну. Пак шикарный, Найк шикарный, особенно вот хочется пака выделить, потому что пак такой, трэш на карте наводил здесь. Ну что, друзья, начинается у нас вторая карта, гамбит против Yellow Submarine, забирают у нас себе инвокера, Свенчика попробовали забрать себе субмарины. Ну что, Субэт у нас выходит, Тосик, опять же под коллапса, замечательно, разворачиваются у нас Ксуани, наваливают мультишота, ну слушай, больно, Субэта, больно коллапс, также больно Айну, кстати говоря, и Айна тут доберут у нас, там 5 стаков уже висит поздняя атака. Хорошая ФБшка получается, опять же от субмарины, ничего в принципе не меняется. Коллапс продолжает наваливать, но он, мне кажется, ошибается. Или вампир приходит сюда. Хорошая притяжка от вампира. Гречка, если у Субэда нету, есть Тосик. Батарейки работают, коги работают. Минус коллапс. Вот она ответка. Пошли на Субэда еще, что ли? Не, его не убьют, кончаются батарейки, все. Так, ну что, Субэд прокаст. Гречка пошла. Тосик не получается дать. Там маны не было, как бы не знаю, на что он надеялся. Немножко Субэд тут не подрасчитал свои возможности. В итоге и коллапса может пробить постараться. А его уже убьют сейчас. Или... Нейротоксин бросает, пытается откидываться, получает плюшку от Тайны по голове. Ну и три... Вот, гамбиты, пора просыпаться, пацаны, заводитесь, давайте. 3-1. Там что у нас? Там Ларинов. Нажимают смоки. Так,
Нажимает субмарин с муки, чтобы, наверное, спасти, постараться там в миду. Выход пошел на Меллиса. Меллис живет, он очень плотный. В итоге крест, корабль полетел в Субета. Замечательно. И Субета забирают. И можно продолжать же? Да можно идти. Но там Лайна не достанет. Он слабом, по идее, если не ошибется. Сейчас Мипошка, Мипошка вроде бы не ошибается. Здесь, но продолжают идти, смотри. Мипошка, хукшот от вампира, замечательно. Зажимает Мипошку, по нему контроль. Ну знаешь, двух саппортов вырезают гамбиты. Прекрасно, 5-3. И нарожка пошли. Успеет ли задефать? Субмарина нажимает смоки, бегут сюда субмарина. Ну, и что? Дальше, в итоге Коги шикарный. Тимберчейн забирает Эйгу себе, Ксани забирает Эйгу себе. Субет подставляет, Субет пытается пробить, Субет больно под ВСом находится, минус Субет, Субет забирает. Пошел Ятара. Ятара пытается Оренофа пробить под ГДСом. В итоге попробуй бы его раскаять как-нибудь. Ну вот так, например, да, ветрами мультишот работает, замечательно. Там убили у нас вампира. Ятара еще живет, очень-очень живучий Ятара, там крест на нем, торрент обратно. А, не, корабль полетел, Ятара выживает. Ятара живет, но можно было, вот казалось бы, вот-вот немножко остается, и он сейчас помрет, но не помирает. В итоге 6-4 у нас. Ну что, движ Париж начинается. Сбегает гамбит в смоках, со спины врывается Мипошка, старается быстро его убить, потому что импакта вносит таки много Мипошка. Мипошка нажимает Guardian Angel перед смертью своей, хотя он еще и выживает, бьет Ятара, вытирает просто Айна. Минус Варинов, шикарный, Ятара бьет. Ой, минус 3 делает Ел Субмарин, какие красавчики, боже ты мой. Дальше пошли, монта неплохая была, но дровка остается одна, здесь Толс по ней, сбивается Кас мультишота, работает Ятара, забирает ее также. Вот он у нас остается последний, Меллис не получается, да, Тимберчейн маны просто не... Ту. У Коллапса тоже маны нету. Ну и Мэйлс ХП у него тоже нету. Минус 5 это делает Йоу Субмарин, не потеряв ни одного персонажа. Шикарная драка. Просто феноменальная драка команды Йоу Субмарин. В сторону забрали, что уж говорить. Да. Так, со страйк полетел. Но сейчас Субмарин успевает. Нарожка по таймингам. В итоге прокат пошел. Еле-еле спасается Ксанин, но спасает. Самое важное, вампиры зажимают. Вампир. Ну, вампира здесь должен быть за фокусе. Там что? Там у нас Ятара зашел слабо. И то пытается Ксанин спасти. И спасает вроде бы Ксанин, кстати говоря. Да, он выживает. Он выживает. И пока что минус один и один байбек. И пошли на Рошана обратно субмарина. Торрентик. Все живые, здоровые. Полетел у нас Свенчик. Поймали Айна и забрали Айна. Там, ой, сейчас вернется на крест. Кто это такой? Ой, Ксанин сейчас вернется не туда вообще. Фу-ху-ху, блин. Он сейчас купил что ли себе? Боже, Ксани, фантастика просто. В итоге Ксани выживает с большим трудом. Тут Меллис у нас тоже вроде бы впитывает. Там цепляет и забирает вампира, минус вампир. Замечательно. На Ятара вешается у нас крест. Ятара возвращается, все в порядке. Ну что, Ятара лупит у нас Рошана. Без вампира, в принципе, можно подкидываться 30 секунд. Да можно постараться. Так. Нас тосит на Меллиса, он нажимает лотос, нужен ретоксин, ретоксин вешается. И в итоге, больно, но вроде бы впитывается таки у нас кастрюлька. Да, выживает Тимберчейн, прожимает, ступает там. ЕМП зонище опять же было. Ксани с хайграунда наваливает. Тоже так можно. Вампира 8 секунд, он прилетит быстренько на ловышку. И телепорт же есть? Есть, да. Вернется в замес, но успеет ли вернуться на Рошика? Он не успеет, они не успеют, просто все, Рошан падает, пацаны. Рошан пал, все, Игисер у них. А Егис забирает себе сыр субмарина. Свен, дайте Свену пройти. Сейчас Свен будет показывать свой уровень игры. На, пошел, минус Айн. Айна вытирают. Нужно гамбитам на базу идти срочно. Гамбиты стараются замес понять. Там Торонто у нас. Торонто на ботом. Побежали. Все, субмарина пошла у нас. На бот здесь. Торонто врывается. Субет, прекрасный рассказ. Есть Айс Волл ставится. Ксани вроде впитывается. Нормально. Там корабль полетел. Оренов под себя пускает. Свапает у Оренов, он выживает. Тут цепляют у нас инвокера. Торонто впитывает. Минус вампир. Вампира убивает. Тут что? Тут кто? Тут ничего пока что. Гречка от Субета, цепанули Меллиса. БКБшка нажимается от Ятара. В итоге Айна забирают у нас. Минус Айн и просто в тупую. Тир 4 пошел Свэм под Алакрити. С ДДшкой и ГДСом непосредственно здесь. Врыв пошел, цепанули у нас Меллиса. Меллис, ну, должен умереть будет. Да, забирают его. Делают хорошее убийство у нас Ятара еще одно. Ну и пока работает по стороне. За спиной падает вторая сторона. Третью можно тоже забрать, если что. Но глифа нету, слушай. И под глифом... Ой, там... Что делает Ксаня? Что он делал? А что это делает Ксаня вообще? Ровка. Не сдаются гамбиты. Ну, ты прикинь, как обидно. Все же было хорошо. К
Карту, в принципе, контролировали. Но потом один замес неудачный, и все полетело на смарку. Запускается Торрент Шторм, полетел корабль, неплохо. Тут летает Торрент, прыгает, но забирает только одного вампира. Вампир там у нас вырезает, улетает на базу. Все-таки у нас Кунка улетел, прыгает на Торонто. Свап его туда под фонтанчик, вырывает Собетку, да, что все эти пацаны. Под фонтан, там Ятара работает по крипам. Ятара ГДС, когда у него 3 секунды ГДС, а БКБ, БКБ 5 секунд у него. И, кстати, можно даже втором попробовать пойти, ну, рискнуть. И нет, или по героям, ой, красотища. Раз герой, два героя рассекает своим двуручным мечом у нас, и GG прописывает команда Гамбит. Это 2-0 за EU Субарин. Вы просто вдумайтесь, за сколько там получается? За 8 игр у EU Субарин 16 побед по картам и одно поражение. Просто вдумайтесь.